Ну и последнее, давайте мы сейчас сделаем крышку. В этом нам поможет вот этот вот. Прямоугольничек. Так, далее мы возьмем экструд, закинем его туда. Так, ну, во-первых, надо посмотреть, как он лег. Экструд, значит, нам нужен будет объект. Вот здесь 0 сделать. 0. Ну а здесь вытянуть сколько нам нужно. Вот так, допустим, да? Сейчас посмотрим, насколько нам это удалось. Так. Ну, сразу же мы его немножечко увеличим. Вот так. Равномерненько так это. И опустим сюда. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот так, хорошо. Вот это выглядит. Далее пошлем caps. Скажем, что нам нужен филет. Здесь нам нужен филет. Кап. Они сразу становятся поболее. Так, 2, 2, 3, 3. Хорошо. Ну и опять чуть-чуть надо теперь поменьше сделать. Чтобы совпало. Хорошо. Смотрим. Ну, то, что нужно. Конечно, то, что нужно, но не совсем. Так, в эту сторону нам надо увеличить. Вот так. Теперь точно как нам нужно, да, чуть-чуть выступает, это как раз хорошо. Так, ну а что здесь? Нам надо будет сделать эту прицепочку. Вот эту прицепочку сделать. Но я думаю, это не составит труда. Почему? Потому что мы сейчас превратим это вот в нормальный объект, который можно редактировать. Да? Вот он. Соединим их все вместе и скажем, что, ребята, дорогие, нам надо собрать объект и удалить. Хорошо. Так. А остальные пока удалим. Сейчас, чтобы они нам не мешались. Вот так. Так. Здесь мы с вами возьмем сейчас и пойдем внутрь. Так, что-то там мешает. Это кто? Вот это вот кто? Вот мне непонятно, что это за объект такой. Совсем как-то непонятно. Так, давайте удалим все вот эти вещи. Так. Это,
конечно, странноватенько немножко. А, ну, это не что иное, как... Ну, все правильно, ребята. Я просто что-то у меня с головой случилось. Так. Это же наш упорчик. Так, хорошо. Ну и последнее. Сейчас сделаем. Так. Разрезики сделаем сейчас тут. Я не хочу делать вот эти вещи. Это как-то глупо. Должен защищать. Ну, не знаю, может, не насквозь оно, но не хочу ее делать. И мы сейчас возьмем просто... Тут полигон. И сделаем так это... Поодиночке. Симметрии мне не надо. Так, вот отсюда я сейчас и возьму ее. Так. Так, ну давайте теперь сделаем ручку. Ручку мы сделаем с вами с помощью ножа сначала. Да ёлки. Вот так разрежем. Отлично. Так, и теперь с этой стороны. Тут можно симметрию включить, где она у меня. Вот это такая будет ручечка у нас. Вернее, не ручка, а прижим, прищепочка. Так, очевидно. Да. Ну и учитывая, что мы потом, может, subdivision будем применять, то давайте мы сделаем следующее. Вот это выделим. И чуть-чуть пошире сделаем. Вот так. Хорошо. Так. Ну а теперь придется вот немножко помуздыкаться тут. Вот из этой сейчас вытянуть нужную нам форму. Так, поехали. Что это? Visible. Ребята, visible. Важно, visible. Так, тянем. Так, так, еще. Это лучше сбоку, наверное, смотреть сейчас. Да. Мы ее повернем. Тут уже пойдут в это... Вручную все пойдет теперь. Так. Это сюда и сюда. Сюда и сюда. Так, хорошо. Теперь выделим опять полигончик. Вот этот. Ну, ясно, что он все теперь выбрал. Да, нам нужен только вот этот
Это нам не нужно ничего. Такое ощущение, что где-то он еще что-то зацепил, нет? Конечно. Не тут. Повторим. Побольше сделаем. Теперь вот это, да. Дальше опять двигаем. Сюда. Вот это вот включение, выключение. Ну, по-другому как бы никак, да? Вот сейчас уже похоже на то, сейчас быстрее пойдет. Так, сделали. Чуть потолще. Ну и вот это уже можно будет сейчас двигать. Вот так вот отсюда ее подвинуть. Можно чуть-чуть ее вот так сделать. Так, в какую сторону там? Вот это так. Вот этот уходит сюда. Так. Отлично. Ну и посмотрим сейчас, как это все выглядит. Ну, пока это выглядит все грубовато, да? Но это не проблемка. Мы сейчас в этот засунем ее subdivision-то. Ну, уже совсем по-другому смотрится, да? Да. И дальше мы можем уже с ней разбираться. То есть взять ножик опять. Где он? И вот тут ножик, вот он. Ну и вот так порезать сначала для чистоты эксперимента. Может быть еще раз. Вот так, красивше будет. Так, здесь необходимо тоже добавить. Хорошо. И может быть серединка где-то так на всякий случай. Остальное вроде бы как нормальненько все выглядит. Единственное, что может быть сделать чуть потолще. Так, да? И посмотрим. Что не нравится, вот это не нравится. Поэтому мы это сейчас поправим. Это мы сейчас поправим с тем, что здесь делаем надрезики такие. Здесь один есть, и здесь один. Сейчас должно быть все хорошо. Угу. Тенс. Да. Теперь мне даже показалось, это слишком толсто. Ну, на то и эксперименты. Сейчас, дорогая, у тебя уменьшил чуть-чуть. Дорогая, я уменьшил своих детей. Так, даже вот тут может быть.
Так. И здесь, чтобы она была потуже. Вот. Да, очень гармоничненько все смотрится, хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, я в принципе доволен тем, что я сделал, да. Выглядит хорошо. Вот этот, правда, что-то квадратный получился. А, ну тут отключено все, ребята. Сейчас я все включу. Тогда будет все красиво. Смотрим. Ну, конечно, останется теперь ее только оттекстурить. И, в принципе, еще один предмет готов. С чем я себя и поздравляю. Пока.